В республике продолжается активная работа по пополнению и обновлению школьного библиотечного фонда. Из средств республиканского бюджета по единому образовательному стандарту к началу нового учебного года все школы республики получат более 200 тысяч экземпляров учебников. Руководство Карачаево-Черкесии не забывает и про ребят из Старобельского района ЛНР. В рамках шефской помощи передано 1648 экземпляров необходимых учебников для истории и для учеников 10-11 классов. Сейчас перед властями стоит очень важная задача по созданию условий, в которых каждый ребенок будет иметь все необходимые ресурсы для получения качественного образования.